5 марта, всем добрый день. Сегодня я решила заняться черенкованием своей азалии. И вот снимаю видео для вас. Почему показываю? Потому что мне задавали вопрос девочки, какие веточки черенковать, как это делать. Вот я решила показать. Вот для начала, да, вот мои две азалии. Вот одна, которая цветущая. Вот она сейчас у меня в таком виде, все цветы у нее уже распустились. Вот такие красивые цветы. Эта азалия у меня не цветущая. Я увидела у нее вот таких два хороших черенка. Смотрите, девочки, значит, вот это у нас идет новая веточка. Здесь идет более такая коричневая, древесневшая ветка. А вот это вот ее продолжение, это новая зеленая. Так вот, вот этот вот череночек можно брать до вот этого вот коричневого, я буду обрезать. Одревесневшего. И вот еще у меня есть черенок. Так же самое, здесь одревесневшая веточка. Здесь уже, видите, она зелененькая. То есть вот такую веточку нужно брать, где есть именно такая красивая зеленая с зеленым стволиком. Вот эти две веточки я возьму. Я обрежу ненужные листики. Я уже подготовила будущую тепличку. Сделала здесь уже два отверстия, накрою потом крышечкой. Я приготовила корневин и воду. И да, хочу еще показать, что вот с этих двух азалий я брала три черенка, укореняла их вот таким именно макаром, да. И вот у меня получилось, у меня было три черенка, из них выжило два. Вот один, видите, уже такой стал, разветвился, этот менее такой, но тем не менее. То есть две будущих азалии, я надеюсь, у меня есть. Итак, значит, я беру ножнички. Не очень, конечно, так удобно одной рукой держать камеру. Вот так, вот этот череночек, веточку, и вот этот вот. Сейчас вам покажу. Значит, смотрите, вот веточка такая. И вот эта веточка. Новенькие, зелененькие. Конечно, вот эти все ненужные листики нужно пообрывать, потому что они... Так, я поубирала все листики ненужные. И вот теперь остается нам только макнуть водичку. Корневин хорошо макнуть. И вот поставить в отверстие. И хорошо ее, эту азалию, со всех сторон прижать обязательно, без этого никак. И также сама вторая, вот видите, такой хороший череночек, я его обмакиваю корневин, и также сама поставить. Только я что-то не вижу здесь, неудобно так, не видно, и обмакнуть. Пальчиками прижать, и все. Я закрою их крышечкой, и возможно, наверное, даже не закрою крышкой, а просто поставлю в пакет, так будет лучше. И все. И я не знаю, сколько времени понадобится теперь этим черенкам. Вот эти черенки на самом деле у меня стояли долго на укоренении, очень долго, даже не месяц, не два, даже, наверное, больше. Вот поэтому это дело не очень быстрое. Кто захочет укоренить, то наберитесь терпения. Ну, может быть, весной, но я не помню, когда я укореняла эти черенки. Но во всяком случае, пишите обязательно числа, когда вы это делаете в мероприятии. И все, я потом покажу. Если все будет хорошо и укоренятся эти два черенка, то я покажу потом вам результат. Хочу еще раз вам показать азалию. Вот такая красота. Поэтому если где-то берете, покупаете, можете смело черенковать. Потому что если вы разделите куст, то скорее всего он у вас погибнет. Поэтому лучше всего это заниматься черенкованием этих кустов. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.